Всем привет! С вами Дмитрий, компания Абразивпром. Хотели сегодня представить новую машинку, долгожданную, орбитальную, диаметр 150 мм, Йокиджи 2, модель 150, с эксцентриком 5.0 или 2.5. Абразив, кстати, идет в комплекте, несколько штук, очень приятный бонус, это 150-й диаметр, сетка и отводящая поверхность по полной программе, по всей поверхности. То есть премиум абразив достаточно в комплекте идет. Что ее отличает, что многие ждали от предыдущих версий Йокиджи, может быть даже Штайров, это тормоз тарелки. Давайте проверим, как это работает. Как мы видим, да, тормоз действительно работает, что для многих, я так понимаю, это важно. Машинка стала чуть полегче, ручка эргономически очень удобная, да, эргономичная. И, кстати, электроника, как заверяет производитель, изменена. Изменена, то есть более совершенствована, то есть все недочеты устранены. Мощность машинки 350 Вт, обороты регулируются от 4000 до 10000 оборотов в минуту, шагом в 1000 оборотов в минуту. Повторюсь, эксцентрики отклонения вращения тарелки 2.5 и 5 мм. Тормоз электромагнитный. В комплекте очень удобно идет стали делать тарелку с... Кстати, липучка очень хорошая, да? Прилипает хорошо. Шестигранником снимается тарелка. Что не было, что на предыдущих машинах нужно было делать ключом, который вставлялся вот в эту расщелину. Это не очень было удобно, многие теряли его и так далее. Шестигранки везде есть, их легко найти. Годовая гарантия, инструкция на русском языке. Все, что касается цены, добро пожаловать на наш сайт abrasivprom.ru. Будем ждать заказов, ставьте лайки. Всем спасибо, до свидания.